Сегодня у меня состоится 99-й семинар в CrossFit Richmond. Вот, сегодня я работаю без Чарльза, один, совсем один, хозяин. Ребята уже копытом землю роют. Вот такой вот зальчик. Хороший зал, светленький, но вот это и называется как раз таки боксы, где просто ангар. Нормально, все есть. Не лучше, конечно, но смоется веселенько. Все готово. Ребят, возвращаясь к вчерашнему вопросу по поводу лучших приседаний с остановкой в седе, правильный ответ — 295 килограмм, хотя было приятно читать и 325, и 330, нет, 295 килограмм, победил Кондратов Владимир Анатольевич, вот из Курской области, город Курчатов. Я Лене написал уже его данные, поэтому Григорина все отправит, поздравит. Вот, ребят, до новых конкурсов. Успехов вам. Ребята, есть у меня для вас конкурс. Сейчас вы видели упражнение, приседание с остановкой в седе. Не знаю, сколько там секунд. А кто первый правильно назовет, какой у меня лучший результат в этом упражнении, получит майку. Как всегда. А я иду немножко больше. Ну что, так, смотрим, открываем комментарии по времени и начинаем с самого начала. Так, самое начало, это 40, нет, еще, вот, 58 минут назад, ответ 295 килограммов, ищем 295 килограмм, 41 минуту, 40, так, 295 килограмм, вот есть 290, даже 305 есть, хотел бы я 305 присесть, с остановкой в седике. Так, ну вот, правильный ответ, 295 килограмм. Нажимаем. И вот этот товарищ у нас получит футболочку.
какая лава, блядь. Уникальная вещь. Три дня назад я в рывке на 190 настраивался меньше, чем сегодня в толчке на 200. Когда не прет, надо просто сделать набор разных упражнений и свалить в зал. Главное, не травмировать. Получилась тренировка. Guys, 15 минут на junior warm-up and we start, okay? Знаете, ребят, смотрю я на всю эту картинку, вот здесь в этом зале где-то общая площадь 650 квадратных метров, общая, да, то есть там с подсобными помещениями. И в принципе здесь ничего особенного, обычный ангар,
Находится он, конечно, в хорошем районе, Ричмонд хороший район, поэтому за этот зал здесь платят $11,000 в месяц, австралийских 12, но американских получается где-то 11. И вот мне интересно, сколько у нас в разных городах России, может быть, Украины, Беларуси, неважно, будет стоить вот примерно такие же залы, то есть 500-600 квадратных метров ангар в хорошем или нехорошем месте. Ребят, если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно на эту тему подискутировать, потому что действительно вложение, по сути, в кроссфит-залы минимальное. Нужна резина. Резина, конечно, не из дешевых, но не нужны вот эти беговые дорожки, не нужны огромные машины, как для фитнес-клубов. Ну, то есть немножко другая тема, но на тяжелой атлетике очень интересно. Поэтому, вот, ребят, если кто-то знает, сколько все стоит, пожалуйста, напишите. Move your feet a little bit wider after contact, okay? Contact and move your feet wider. Whoa! This better, this better. It's more stability, yeah? More stability. Come on, Sam, contact and move your feet. Not bad, not bad. Go more? Go more? Yes.
Вроде вы. Вот в этих вот. Закончился мой 99-й семинар. Завтра в 9 утра мы улетаем в другой австралийский город под названием Перт. Хорошее название. Вот где состоится мой 100-й семинар. Надеюсь, что он состоится. Вот. Поэтому до встречи. Вот машинка уже за мной приехала. Сейчас поедем.